Партнер проекта – Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Прянишникова. Для меня хорошо это, когда солнце светит, родители здоровые, ну и ребенок счастливый. Хорошо это, когда много друзей, когда много знакомых, когда весело и радостно жить, когда просыпаешься с улыбкой на лице. Хорошо? Что это так, как всегда? Всегда же хорошо. Когда у человека, допустим, или проблема какая-то, ему говорят, что все будет хорошо, то есть, ну, хорошо, значит, все наладится. Наверное, чтобы все были живы, здоровы, родные. А потом уже какие-то материальные блага, чтобы финансов хватало, чтобы друзья были хорошие, чтобы любовь была. Когда все хорошо, когда тебя жизнь радует, солнышко светит, ты довольно идешь и ко всем с улыбкой, с добром, там, с позитивом. Когда, например, немножко грустно, там, у друзей что-нибудь плохое случается, ты подходишь, там, подружке, там, все будет хорошо, не переживай, мы справимся, поможем. Хорошо это значит, когда ты счастлив, когда на тобой чистое светлое небо, и все хорошо. Когда хочу смотивировать человека, я говорю, что все будет хорошо. Для меня хорошо это, когда нет проблем. Все будет хорошо, наверное, если быть здоровым, там, деньги будут, с близкими все будет хорошо. Если там друзей что-то происходит, там, нехорошее, если не волнуются по поводу будущего, я им говорю, все будет хорошо.